Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Мы сегодня с вами находимся в очень интересном месте. Это улица Попова, дворец молодежи. Вот такой тут отель есть. Дворец молодежи. И сам дворец молодежи. Кстати, вот такой обзор улицы. Напротив ГУ ГИБДД на Попова. И вот мы идем. Сейчас тут, наверное, дворец молодежи. Здесь такое красивое большущее дерево растет. Кажется, это дуб. Такой красивый дуб. Прошу прощения, утерпала. Очень красивое дерево. Да, это дуб. Большой такой дуб, красивый. И вот вход. Вот видите, какой дуб? Огромный. Просто он огромный. Громаднейший. Ну, как всегда, вот хозяйственные дела тут занимаются благоустройством. Такая большая вот парковочка. Место интересное. Всем пока-пока.